Сегодня погода хорошая, и море тоже очень спокойное, видите? И солнышко здорово печет. Иду сейчас за Айвой. Всем здравствуйте. Давно не снимала. Очень рада всех видеть, слышать. Айва поспела и вся посыпалась. Вот сейчас соберу и сделаю хорошего компотика из нее. Везде лежит. Айва вся осыпалась, почти ничего нет уже на дереве. Сегодня такая хорошая погода, солнышко пригревает. По всему саду, вот вы видите, наверное, стала расти зеленая травка. Солнышко печет. Гранатик поспевает. Травка стала пробиваться. А сосед наш садовник нам говорит, травку надо всю вытаскивать. Траву оставлять нельзя, потому что летом ее будет очень много. И будут здесь змеи. Помните, я вам рассказывала, что здесь у нас змея гюрза. Ну, красавцы мои, любимые цветочки. Так хорошо они цветут, так хорошо растут здесь. Ну вот, травку надо всю вытащить, а мы не хотим ее обрывать. Жалко нам траву. Глаз радуется. Ну, по всему саду хожу и снимаю цветы. Так красиво они растут. Листики уже везде желтенькие, а цветочки цветут. Винограда уже не осталось. Весь виноград мы собрали и съели. Хочу вам показать травушку. Пробивается, растет. Ну вот, показываю вам наконец-то уже черненькие маслины. Вот видите, они еще зеленые, но уже темнеют потихоньку.
Вот здесь потемнели. Скоро будем их собирать. До этого я вам показывала, оливки мы солили. А сейчас будем уже маслины собирать. Вот на этом дереве половина зеленых, а половина вот уже тех, которые темнеют. Вот здесь вот темнеет маслинка. Они должны стать черные-черные. Сейчас, если найду, сниму для вас. Где совсем уже потемнело. Вот. Ветер. Ты куда идешь? В магазин? Атамар, что такое? Я такое слово не знаю. В магазин идешь? Ой, какая погода. Жарим картошечку с луком, с чесноком. И картошки вот так пожарили с луком, печенку куриную. А детишкам хотим также сварить кашу с тыквой рисовую, давно не готовили, на молоке. Сегодня напекли ленивых пирожков. Рецепт я вам уже снимала, с зеленым луком, с яичком. А здесь хочу показать, что уже подходит наши малосольные огурчики. Засолили в этот раз 2 баллона. Если кому интересно, рецепт можете посмотреть у нас на канале, в предыдущих роликах я снимала, как их готовить. Получаются очень вкусными. Картошечку я сверху посыпала паприкой. Немножечко также поперчила ее, а солить буду в самом конце. Ну вот, такой вот небольшой у меня сегодня ролик получился. А напоследок покажу вам, сколько айвы получилось у меня собрать. Вот так вот. Сейчас. Айва очень полезная. Она очень хорошо лечит бронхиты. Именно ее отваром лечит бронхиты. Ну и вообще компот очень вкусный. Когда готовим голубцы, тоже добавляем айву. Иногда готовим курицу, тушим с луком и с айвой. Тоже получается очень вкусно. Вот столько у меня получилось собрать. Ну, здесь, скорее всего, около 2 кило точно будет. Вот айва сама по себе крупная. Спасибо, что сегодня были с нами. Посмотрели мой ролик. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Буду каждому подписчику новому очень рада. И цветочечки такие, очень люблю цветы эти. Они мелкие, но цвет красивый. Большое всем спасибо. Еще скоро будет новый ролик. Спасибо, всем желаю здоровья, счастья, любви, добра и хорошего настроения. Не унывайте, не болейте, будьте всегда на позитиве. Всем пока, а я пошла варить компотик.